Вениамин Кондратьев посетил хозяйство, где разводят быков мясных пород. В регионе сейчас наблюдается перекос в сторону растениеводства. Из-за этого проседает животноводческая отрасль. Как говорится, из песни слов не выкинешь, так и вот крупнорогатый скот из сельского хозяйства. Да. Это грандиозная ошибка, что мы сегодня пытаемся его как-то убрать из этого цикла, из этого оборота, чтобы само по себе оно неправильно и для жизни, и для экономики села. Для вас они составляют экономику в целом? Я очень глубоко убежден, что земля без животноводства – сирота. Так. И животноводство, да, больших денег в мясном скотоводстве нету, но очень необходим и все равно нерентабельно. Также глава региона посетил хозяйство, где выращивают картофель, лук и пшеницу. Говорить о проблемах, которые сейчас волнуют фермеров, продолжили уже на совещании.